28 марта 2018 год, Харьков, Харьковская Швейцария. Это у нас рядом с поселком Жуковского, кто не в курсе. Вот у нас такая весна, которая позволила и сейчас, в конце марта, кататься. Вот это основной склон, подъемнички, и вон там уже и касса. Там параллельно есть еще бугеля. И там горка, я так понимаю, для санок и тому подобного, потому как на этих трассах только сноубордисты и одноложники. 24 марта 2018 год, Харьков, Харьковская Швейцария. Вон у нас поселок Жуковского, для ориентира, кто не в курсе. Совсем недалеко. Основная трасса заканчивается. Понятно, вон там в районе Берёза. Вот ветерочек у нас поднялся, надо же. Так, это у нас для санок трасса. И вон там некрасивая березка. Смотри, какая береза вообще, радугой стоит. Ну, радугой стоит береза. Это, видать, вот это 19 апреля прошлого года снегопад был. Ладно, вон бугеля еще есть. Так, 24 марта 2018 год, Харьков, Харьковская Швейцария. С 5 на 3.18 акция прокат подъемник 300 гривен 4 часа. Время активации 11.18. Выходные не действуют. Выход на снег без подъемника платный, 50 гривен. Цены на подъемник. Одноразовый подъем 20. 3 часа абонемент 200, выходные 25-250. Ночное время. Есть, есть. Проходите. Ничего, ничего. Лыжи, сноуборд. Тюбинг. А? Ну, в общем, что подробно, делаем паузу, досмотрим. 50, 20. Помимо этой основной трассы, еще есть горнолыжная школа. Там же, кстати, в том направлении выход на Белгородскую трассу. Ну и там саночный спуск и дополнительные бугеля. А вон поселок Жуковского, кто добирается из города. Вот этот коричневый дом хорошим ориентиром служит для тропинки.
ближе подойду, покажу. Так, 24 марта 2018 год, Харьков. Это дорога с поселка Жуковского на Харьковскую Швейцарию. Вот этот дом коричневый, хороший ориентир. Вот здесь мы выходим с конечной 247-го, в моем случае. 278 есть и 33-й, да, а 240-й здесь останавливается. Там возле церкви, возле церкви, возле этими домами, площадь имени церковь. Вот там есть церковь, да? Конечная 240-го. Конечная 240-го, 65-го, 240-го это с барабана. 240-го с Барабашова едет, да? 302-й с вокзала. Спасибо большое. Так. Ну, в общем, вот этот дом наиболее яркий такой ориентир. Рядом с ним начинается тропинка. Ну, с Белгородского, да. Там я уже снял. Вот еще хороший ориентир — военная часть. Вот мимо него, как раз мимо этой части. И вот эти вот столбики — это уже сама Харьковская Швейцария. Начало подъемников. Плохо мне в экранчик видно. Сейчас я... В общем, там с плафонами, ты представляешь, вообще не видно. Ну, должен быть сейчас в кадре. О, вот он, столб с плафонами. Это уже верхняя точка подъемника. То есть тут расстояние от конечной 1200 метров, минут 15 топать, если пешком. А так, в общем-то, добираться удобно. Допустим, в Северной Савлоке я добрался за 23 минуты на маршруточке. 24 марта 2018 год, Харьков. 24 марта 2018 год, снимаю дорогу на Харьковскую Швейцарию. Вон она там находится в километре. Ну, ориентировочно вон в том районе. Вот здесь через поле идет тропинка, по которой туда люди добираются с поселка Жуковского. Это коричневый дом, хороший ориентир. Сейчас я на его торце, вот от него прямо идем к Швейцарии, а в этом направлении за вот этим уже домом, может даже сейчас пройду, конечная остановка 247-го автобуса. В общем, выходите на конечное 247-го или с какого там района будете ехать. Может, я так пройду. Сразу ищите, где этот коричневый дом, он виден хорошо. И к его торцу, а потом через поле. Да, вон уже конечная. В общем, доходить не буду, так самому. Вот это уже конечная остановка.